Рады представить вам подборку турецких сериалов на одну ночь. Обещаем, вы получите море удовольствия. Открывать сегодняшнюю подборку сериал достаточно одной надежды. В ролях Талгахан Саишман, Эсра Билгич, Хазал Субаши, Серхат Утумлуер, Селахатин Пасали. В центре внимания истории оказываются Элиф и Дирья. Их встреча раз и навсегда изменила жизнь обоих. Сюжет также затронет жизнь маленького Умута и мужчины Йылмаза. Когда-то Йылмаз служил, но понял, что не сможет после проделанной работы вернуться к обычной жизни. Он поселился на безлюдном острове, где мечтал провести остаток жизни. Однако не ожидал, что его жизнь резко перевернется после того, как мужчина встретит юную и привлекательную Элиф. Вскоре возлюбленные создают новую, счастливую семью. Но семейному счастью не суждено было совершиться. Главная героиня рожает мертвого малыша. Однако вскоре на берегу находит маленького мальчика, которого кто-то бросил. Элиф восприняла находку с радостью и захотела оставить малыша себе. Однако Йылмаз настаивает на поиске настоящих родителей ребенка. Сериал «8 дней», 6 серий, в ролях Бурджу Бириджик, Муса Усунлар, Бугра Гюльсой и Гид Кираджи. В этом сериале программист Бахар будет расследовать подозрительную смерть своей матери. Инженер-программист работает над важнейшими проектами, и она разработала для страны компьютерную программу. Разведчики из зарубежных стран узнают про эту программу и, не теряя времени, хотят прибрать ее к рукам. Шехназ делает все, что в ее силах, чтобы не допустить этого, но вскоре погибает при загадочной авиакатастрофе. Бахар начнет выяснять странные обстоятельства смерти матери. Хотя она в курсе всех ее работ, но не знает о ее новой разработке. Шехназ даже дочери не рассказала о новой программе. В то время как Бахар расследует смерть матери, за нею гонятся незнакомцы. Считая, что программа находится в руках Бахар, ее похищают и требуют рассказать про проект матери. «Буря внутри меня», 6 серий, в ролях Мерве Балугур, Юсуф Чим, Гизем Караджа, Левент Джан. Этот сериал поведает о жизни двух сестер, которые пытаются стать счастливыми, но жизнь подбрасывает им все новые и новые испытания. Главные героини ищут свою любовь. Эсги давно влюблена в Эмре, поэтому ждет от мужчины взаимных чувств. Сестра Денис собирается выходить за этого красавца замуж, что очень не нравится Эсги. Та придумывает план, как отбить любимого мужчину у сестры. Однако ни плану, ни свадьбе состояться не было суждено. Сестры, которые все детство провели вместе, начинают конфликтовать. Героини становятся настоящими врагами друг для друга. Мехмед – завоеватель мира. Или же Фатих. 6 серий, в ролях. Кенан Имирзалы Оглу, Читин Текиндор, Гюркан Уйгюн, Гюшра Девели, Эртан Сабан, Хазал Филис, Кичукосе. В 1451 году султан Мехмед получает весть о смерти отца и отправляется в Эдир, чтобы сесть на трон. У него есть одна заветная мечта – завоевать Константинополь. Однако на пути к этой мечте его ждут большие препятствия. Этот священный город на протяжении столетий окружали, нападали, но не смогли ворваться в него ни по суше, не по морю. Острый ум султана, его гениальные способности в военной стратегии, вера в победу преодолевает все препятствия. Через 2 года после его пришествия на престол он окружает город и в течение 53 дней делает то, что казалось бы невозможным. Мехмед завоевывает Константинополь. Незавершенная любовь или же незаконченный круг любви. Азан и Элиф – молодые люди, которые очень любят друг друга и собираются пожениться в ближайшее время. Они работают журналистами, которые преданно служат своему делу. Азан выясняет самые интересные горячие новости и охотится за одной темной и секретной информацией. Это становится роковым ударом для влюбленных, потому что он попадает в автокатастрофу и погибает. Однако душа Азана мечется между двумя мирами и в итоге реинкарнируется в другое тело. Перед воплощенным Азаном стоят две важные цели – выяснить, кто его убил, и рассказать Элиф всю правду. Если подборка была тебе интересна, дай, пожалуйста, знать, поставив лайк или же напиши в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, подписываемся, ведь дальше будет еще интереснее.